ногам, два футболиста в стенке у Динамо или даже три? Три футболиста. Балай, по удару Тимиру! В стенке удар Масленникова! Впервые в этом матче. Упал, упал! В подборе, внимание! И еще один стандарт, еще одна подача. На дальний штангу, удар в ворота. Выше, выше! Роман Гордеев, внимание! Передача на дальнюю штангу! Принял трудом Степанов! А выиграл удар в ближний угол! Все-таки пока что у Динамо. Именно с правой бровки. Ближе к нему! Нога! И заброс вперед! Прострел низом! Опасный момент! Удачу вдоль ворот у Бенджамина. Ближе, да, ставь! Вот здесь работай! Яра! Чуть ниже! Уходи, не уходи! Чемпионы России, кстати, в прошлом сезоне. Подача! Момент! И гол! Тимира! Давай! И перехват! Нельзя так ошибаться! Мяч уже штрафной удар! Дальний угол! Это шанс! Передачу сделал, так получилось. И тут случайно абсолютно пас, но он прошел на Веденкина. Лисенко, проникающая передача, удар в плечо. И Александр Тимиров. Если завтра он составил главный, он центральный нападающий прямо теперь. Какой шаг! Удачи в чемпионате России!